сегодня, 9 ноября 2020 года, по Второй Арцахской войне, доверие огромного числа армян, если не сказать большинства, к Николу Пашиняну было подорвано. После 9 ноября 2020 года в СМИ попало много фраз и мнений от него и от его коллег по партии, которые вызывали только шок и недоумение. И вот теперь, уже 14 апреля 2022 года, Пашинян и его соратник по партии Виген Хачатрян выступили в Национальном собрании Армении со словами о том, что Арцах может быть в составе Азербайджана, о снижении планки в вопросе статуса Арцаха. 19 апреля 2022 года Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин встретились в Москве по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Россией. Отметим, что, находясь в Москве, Пашинян не посетил храмовый комплекс Армянской апостольской церкви на Олимпийском проспекте и не встретился с главой епархии. 20 апреля Пашинян прибыл в Нижний Новгород. С 13 апреля сотрудники аппарата правительства Армении стали связываться с армянскими общинными структурами Нижнего Новгорода с вопросом, можно ли обеспечить массовое присутствие армян города на встрече с Пашиняном. Но им дали понять, что это сделать не получится. Нужно принять во внимание, что армяне Нижнего Новгорода – это община численностью более 15 тысяч человек. Среди них есть ряд успешных предпринимателей, которые стали первыми в своих отраслях. В центральном районе Нижнего Новгорода есть армянская церковь Сурб-Аманапр-Кич с большой озелененной собственной территорией и конференц-залом и так далее. Почему-то без согласования с первопрестольным святым Эчмиадзином и епархиальным центром в Москве изначально протокольные службы планировали провести большую встречу Пашиняна с армянской общиной в церкви. Армянская церковь Нижнего Новгорода не дала своего благословения на использование ее территории как политической арены, тем самым не позволяя пользоваться ее общественным авторитетом. Поэтому все прошло так, как должно было пройти, а не так, как планировали протокольщики Пашиняна. Можете себе представить, что такое храм, переполненный людьми? Достаточно посмотреть фотографии с различных мероприятий и праздников. Но в момент приезда Пашиняна в самое армянское место города, в армянскую церковь, которой доступ был достаточно свободным, было практически пусто и крайне малолюдно. Давайте посмотрим, как это происходило. В момент подъезда кортежа из 16 машин на парковке перед церковью была кучка армян-зевак, около 30 человек вперемешку с полицией, в том числе несколько сектантов, одна из которых наигранно выкрикнула премьеру «признание в любви». Весьма показательно, что этот фрагмент пиарщики Пашиняна намеренно сделали громче в официальном видео. А на видео со встречи с предпринимателями почему-то звук выключен. Пашинян со свитой из машин очень быстро переместились в сторону храма, на территории которого 8 молодых людей с хлебом и солью изображали протокольное гостеприимство. К сожалению, этим молодым людям организаторы в спешке просто забыли сказать, что встречать Пашиняна нужно не на территории церкви, а на парковке перед ней. Вразрез тому, что протокольная служба Пашиняна несколько дней пыталась добиться организации многочасового мероприятия в церкви ради саморекламы, в итоге Пашинян находился в храме несколько минут. На территории церкви и в самом храме была только армянская делегация с должностными лицами принимающей стороны. Настоятель прихода поприветствовал всех вошедших словами «Христос воскрес», как и принято в период Пасхи и по долгу службы, а также из уважения к региональным властям, рассказал пару слов о том, как и когда возводился храм. Когда Пашинян вышел из церкви, на той же парковке его ожидали все те же 30 плебеев из, напоминаем, 15-тысячной общины города, что составляет 0,2%. Вот это электорат. Итак, визит продлился менее 10 минут. Представителей принимающей стороны, сотрудников службы безопасности и полиции было не меньше, чем публики.
Затем сверкающий кортеж направился в отель «Шератон», где прошла встреча с некоторыми предпринимателями армянского происхождения. Бедные бизнесмены, сдавленные тяжестью собственного бизнеса, заслуживают снисхождения, ведь с Пашиняном везде был губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. И вопросы этих предпринимателей в основном адресовались губернатору. Спасибо Пашиняну за возможность общения с главой региона. Вывод прост. Армяне Нижнего не приняли Пашиняна. Дорогая диаспора, особенно молодые и небезразличные армяне, необходимо четко выразить консолидированную позицию по арцахскому вопросу и поддержать борьбу здравых оппозиционных сил в Армении. Настало время. Тянуть больше нельзя. Налаживайте контакты между собой и действуйте сообща.